Космодром Байконур, 2 марта 1978 года. Эти кинокадры стали уже историей. Командир космического корабля Алексей Губарев и космонавт-исследователь, гражданин Чехословацкой Социалистической Республики Владимир Ремик. Первый международный экипаж. Открыт новый этап использования космического пространства в мирных целях в соответствии с программой «Интеркосмос». Весь мир с нетерпением ждал известий Центра управления полетом.